В настоящее время в автобусах, такси и электричках Одинцовского городского округа усилены меры дезинфекции салонов для профилактики вспышки вирусных инфекций, в том числе в связи с угрозой распространения коронавируса. Кроме того, в автобусах, троллейбусах и трамваях Московской области 17 марта перестали продавать билеты у водителя за наличный расчет. Пассажиры могут оплатить проезд с помощью карты «Стрелка», банковскими картами и мобильными устройствами.